Всем привет! Он еще цветет так красиво. А еще лилии начинают потихоньку-потихоньку набирать цветы. Розовая роза. Ну как розовая, она как-то грязно-розовая. Вот это маленькая. Еще никак не распустится. А вот это, посмотрите, какие бутоны набрала. Красота. Вот тут тоже розочка очень-очень красиво цветет. Пионы еще цветут. Перец тоже, кстати, потихонечку начал зацветать. Смотрите, там видно, что он потихонечку-потихонечку зацветает. Черешня. Так много. Правда, не знаем, как бороться с воробьями, с птичками. Клюют. А вот тут тоже цветут лилии, посмотрите. Паучок тут паутину сплел. Там. Сейчас буду обрабатывать вот этот участок снова от травы. Туда, 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 сюда. Вот тут все. Вот это все от травы, аж до туда. А еще в этом году очень много укропа. Укропа слишком много. Кинула пост в группу Тамбова «Отдам даром». Вроде как должны после трех забрать. Так красиво. Маленький. Мы приехали в строительный магазин, нам нужно выбрать плитку для ремонта. Где моя я тут потерялась, на камине засмотрелась, короче, стоит, потерялась, сейчас найду. Вон они нашлись. 140, видите, они 189. Такая кухненька красивая. 69 тысяч. С ромашками лежат. С ромашками, да. Прикольные. Красивые. Темные. Угу. А, ромашки белые, поэтому. Да. Прекрасно. У меня интереснейший блог сегодня. Чайники. Ух ты, мультиварка. Сушилка. Пойдемте на кассу. Классный вот этот верхний, да? Плитки тут море, конечно, не спорим. А вот тут были наличие. А, вот это красиво. Ага, да? С клубничкой. С малинкой. С клубникой. Вот они для кухни прям. В наличии написано. Красиво. Угу. А тут такие. Витраж. Угу. Ну вот этот вот прям это. Вот тоже, да. Подношить. Витраж. Соты. Белый. Ну, да. Белый только. Золотистый. Угу. Красиво. А вот тут есть кофе какие-то, вон еще плиточки.
с оливками. Не, вот оливковое. Тут что-то есть. Он. И что? Чай. 3700 квадратный метр. Да. Кира, а в мире плитки было. Тоже будет. 3700. В мире плитки тоже будет дорого. Ну я так и знал, что с солнцем дешево. Ну. Ну, это огромное. Нет, вот эти вечно тогда убираешь. А там каждая это... штучка. Там поштучно. По цене. Вот это красиво, слышно. Ага. Ну хорошо, ну а сколько там? А, вот. Классно, ага. С вишней. Красиво. Да. Кстати, тоже подходит под наш. Мне вообще с клубникой, вот там с малинкой, с черешней, вот так понравились тебе. Вот в этом. А если в том боксоне смотреть, то мне понравилось. Ну, синий вам ни к чему. Синий нет. Вот это красиво. Маленькая сумка. А вот это вот. Вот это еще, да, может расклеиться вот та. Какой? Вон та. Витамин. Да. Да? Я не знаю, что это на самом. Какая ей нравится? Ракушка. А, вот она такая, как там была с вишней. Вот она. Ну да. Это вообще ничего более. Такая, как там была вот эта с вишенками. Видела? О, фламинго. Посмотрите, эта розочка распускает. О, господи, розочка. Лилия. Эта лилия распускается. Сегодня уже 26 июня. Распустились уже розочки. Такая розочка распустилась. Вот это. Смотрите, самая маленькая это зацвела. Дома у нас ремонт, не буду показывать. Там полный бардак. Он и во дворе сейчас не лучше. Вот отодрали старый, вон, выкидывать мусор-то. Гибискусят надо сегодня полить, чтобы им очень плохо, они завяли. Надо их полить сегодня. Пионы. Пионы отцветают последние. А вот тут мама собирает урожай клубники. Смотрите, какая клубничка здесь. Это пересыпала, мам? А еще капуста растет.